Однажды учитель спросил учеников, на бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. «Сколько лягушек осталось на бревне?» «Три», — неуверенно ответил один из них. «Конечно же, три лягушки», — улыбнулся учитель. Поскольку лягушка только решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не путайте действия с принятием решения. Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по-прежнему сидите на бревне. Причем в окружении таких же, как и вы сами, земноводных. «Знаешь, раздался тут голос с последней парты, меня твои истории просто доебали уже, я не могу их слушать. Одна охуительнее другой, просто. Про лягушек. Про какую-то хуйню, принятие решений. Че ты несешь, что вообще? Ты можешь заткнуться? Одна, блядь, решила прыгнуть, сколько осталось. Чего, блядь? Про что несешь? Вообще охуеть. Этого ученика звали Альберт Эйнштейн.